Всем привет! С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Odyssey. В этом видео я вам расскажу, вернее покажу, разгадки на загадки. Вот. У нас сейчас будет вот такая вот загадка. Нет времени. Если будешь проходить мимо лагеря паломников, сможешь найти меня в чаше с оливками. Так, приступим. Так, мы добираемся. Куда мы добираемся? Мы добираемся, вот, лагерь паломников. Вот. Переходим сюда, пристанище Яноса. И идем искать. Иди туда. Нам нужны чаши, да? Подождите, мимо. А, все, я понял, это по краю надо идти. По краю, там где-то оливки должны быть, да? Чашек какой-то у нас должно быть. Так, может быть здесь вот. Это рыбацкая. Так, мимо лагеря паломников. Ладно, походу не тут. Чаша с оливками, да? Куда мы пойдем теперь? Я понимаю, вы сейчас можете сказать, что мог бы сразу найти, как бы, а потом записать видео. Но тут я решил вот так вот вам показать, что все честно. Ну вот они, по идее, да, у нас чаши. Вот она. Вот, загадка разгадана. Так, открываем наш инвентарь. Открываем загадки. И вот она. Она найдена. Так, сейчас покажу вам по карте, где это у нас. Вот дом предводителя. Вот сюда вот мы идем. Получается. Вот она, видите, вот она чаша, вот тут эти. Ну да, получается, вот на окраине лагеря паломников. Вот. Я надеюсь, это кому-то помогло найти эту, как говорится, ответ на эту загадку. Но у меня все. Всем пока.